Ну вот, как я и обещала, мы забрались на крепостную стену. Вот как здесь выглядит. Просто широкая дорога. Это крепостная дорога. Но это городская стена, да, крепостная. Конечно, эта стена защищала от нападения врагов, пиратов. Этот испанский город. Приборчик уже остыл? Мне лень его сейчас заряжать. Поэтому гуляем без приборчика. Вот там огромное здание, но все большие здания это отели. Виден кусочек парка и автобус, который я уже снимала. Сверху гораздо лучше все видно. Сделаю такую небольшую панораму. Даже видно, что на крышах. На крышах, наверное, у всех есть терраса. Ну, а наша цель, конечно, над воротами. Ну, что у нас? Отсюда видна улица. Мы находимся на воротах. Отсюда видна улица, по которой мы сегодня шли. И в конце улицы я попробую увеличить. Да. Видны другие ворота. В общем, можно было зайти через одни ворота и выйти, пройдясь сквозь город через другие. Улицы прямые здесь. Предлагаю вот здесь поесть обед. Смотри, как здесь красиво. Столики, стульчики. Немножко прилично. И там дальше еще есть что-то. В общем, мы утром шли, вернее, до обеда. И здесь было только 2 или 3 кафе. А сейчас вот видно, что во всей улочке все настраивают, настраивают. Нам надо где-то пообедать, потому что у нас в программе сегодня нет ни обеда, ни ужина.